Это продолжение нашего большого проекта «Школа экспорта», который получил поддержку и на уровне предприятий, бизнеса, и поддержку на уровне правительства. В 2018 году отрабатывали тематические семинары, отраслевые семинары, семинары страновые, как выходить на рынки, скажем, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, АСЕАН, Латинской Америки, Африки и так далее. Сегодня мы пришли к тому, что усовершенствовали основной наш модуль, такой концентрированный формат 12 ударных лекций с практическими элементами, так, чтобы, получая свидетельство об окончании этого курса, человек мог иметь новые компетенции в области таможенного оформления, логистики, правовых аспектов, значит, всего того, что связано с экспортным процессом. И добавили новый элемент — это курсы повышения квалификации уже с выдачей диплома государственного образца. А с 24 сентября мы открываем Академию. Установочная сессия будет 24 сентября. Для членов Белорусской торгово-промышленной палаты это безвозмездно. Нужно просто зарегистрироваться и подать заявку.